Протест против несправедливости. В соцсетях появилась фотография украинского спортсмена в футболке с Владимиром Путиным. Все произошло в США. Боец смешанного стиля Алексей Олейник надел майку с изображением российского лидера на взвешиваниях перед боем чемпионата UFC. Ночью он выйдет на бой с американцем Джаредом Рошелтом. Олейник неоднократно высказывался против Евромайдана и новых украинских властей, а также вызывал на бой братьев Кличко. У меня личное мнение есть, оно свое, но я его там, ее плескаю наружу, не вызывая там каждого первого, идите сюда, я вас там всех поведу, или еще что-то. Но если человек как бы допускает с таким уровнем, с таким мировым именем там в мире бокса, он допускает себе это то, что он говорит, там, я готов тебя вызвать, там, выходите, там, еще что-нибудь. Ну, я говорю, слушай, ты политические вещи отставил, но спортивный сегодня не путай. Если ты спортивный, давай я тебя тоже готов вызвать. То есть, ну, это я сейчас так утрирую немного, но выходит вот так. Я тоже готов как бы спокойно с тобой в любой момент подраться. За свои взгляды Олейнику пришлось немало пострадать. Правый сектор разгромил в Харькове клуб, где ранее тренировался спортсмен и его соратники. Несколько десятков людей в масках с битами сорвали вывеску и разбили все тренажеры.